Авиакомпания «ЮТР» запустила новые авиарейсы. Теперь попасть к месту отдыха в Анапу, Краснодар и Сочи можно прямо из Ноябрьска. Причем билеты уже в продаже. Хотелось бы сообщить жителям и гостям города Ноябрьска о том, что авиакомпания «ЮТР» на летний период ввела для удобства пассажиров прямые рейсы. Период их будет с 4 июня по 7 сентября. Рейсы будут выполняться из аэропорта города Ноябрьска в такие города, как Анапа, Краснодар и Сочи. Вылеты на Краснодар будут по 6 дням недели в 9 часов 20 минут по местному времени. В Анапу будут летать 3 раза в неделю, то есть это 2, 6 и 7 день недели. В Сочи 1 раз неделю в пятницу. Вылет в 17 часов 50 минут. На сегодняшний день минимальный тариф составляет 11 740 рублей.